перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежды с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Здорово. Здрасте. Привет. Как твои дела? Ебой. Добрый день, советики, как сам? Да что-то хуй знает, братан. Так получается. Отдыхал чуть от этих социальных сетей. Он говорит, ты где? Да, я братишку жду. Просто, блядь. Привет. Да это все хорошо. Начал вам новый альбом писать. Что там какие-то треки сводятся, наверное, дропну что-то. И тебе всех благ, брат. Здрасте. Салам, брат. Ой, Кизара, братишка наш. Есть, есть, но это туха, но сейчас ее показывать не буду, тут люди еще. И тебе, брат, и твоим близким тоже здоровья. А ты думаешь, будет? Привет из Алматы. Думаю, будет. Погодка здесь, ливень был с градом. Вот я зашел, пока братишку. А что со следствием? Да ничего. Ничего нового. Конечно, птах заявление забрал. Да, пошел он, нехуй его просить ни о чем, пусть сдохнет. Да лет с 14-16 начал рэп писать. А завтра меня, кстати, я пойду здесь в Москве батл, наверное, судить или там... Честно, всю инфу, наверное, вы найдете в поиске. Думаю, все батлы вроде заебись, братан. А ты как оценишь? Здорово, брат. Питер, МСК, брат. Башкирии, привет. Зачет, да, брат, извини, вот так вот немножко побриться, что-то поленился. Ну, думаю, короче, какие планы на жизнь. Не знаю,
есть организаторы, то скажите, чтобы связали с нами или этот. Ну или может я сам скажу своей помощнице, чтобы она это сделала. Окей, брат. Это класс, царь, шок, он не дает покоя. Да хуй знает. Вот как раз начались разговоры о Самаре. Давайте сделаем. Думаю, летом не очень пиздато, наверное, приехать. Лучше в сентябре или как? Да тут в центре, братишку, что? Братан, ты знаешь, у меня родственники с Иваново, там и бабушка, дедушка с Иваново. Я там в деревне жил в детстве рядом совсем. Корж, да, нет. Не знаю такого. Привет. Ну, с моими, и завтра я пойду что-то посудить, не знаю, пока что-то не заинтересовали меня батлами, братан. За границей даю, особенно если приглашают. Да нет, дворик такой пиздатый в центре. Как бы кто знает, тот поймет. Братан, не надо мне эти биты. Если хочешь бит, кинь в контакт, ну так, чтобы его качать не надо было, залей, как бы это. Я не скорешился с паштехником. Ты что гонишь-то? Ты что, ему жопу передел или как он там? Что ты чувствовал на батле с Микси, что я его въебываю, брат, вот что я чувствовал. Ну да, не, ну тут закрытый дворик в центре, как бы, хуй знает. Че есть, то есть. Тут, по-моему, кстати, отделение за стенкой, короче, или что-то, или сзади, или где-то там, ну или было когда-то. ССД познакомился, но мы его делали вот эти сборники Supreme Play Connection, и он с Дуней общался там, и Дуня с нами общался, ну и там, так вот. Ресторатор писал насчет батлов, но что-то пока прям супер интересных предложений, которые мне были бы очень интересны, я не слышал. Здорово, брат. Привет, принцесс. Как с клипом, да не знаю, в июле будем, короче, переснимать «Брат за брат», который мы сняли, а уже с нормальным, походу, клипмейкером, все, вроде договорились, посмотрим, что как. Да, брат, бабок мне надо много. Окси ровный чувак. Давай биться раз на раз. Ну давай. Здорово, Арчик, брат, как сам? Отлично, надеюсь, он скоро выйдет. Да и нормально, брат. С балбиском, да я что-то хуй знает, кто это. Да, братан, я как бы не супер там особо шифрую текста, да послушай, ты там как бы все поймешь. Да, просто съемки что-то, да, там клипмейкер немного положал. Да не, брат, я не на воркауте, я говорю, я просто братишку жду, я чуть раньше приехал и как бы из другого места. Тут ливень, я вот зашел тут под крышей, как бы, блядь. Там же вроде не еще капает. А я хотел побать ли с СТ, как бы, но не знаю. Во-первых, Рестик сказал, что вроде с ним как-то не очень, но
Да и я не уверен, что он согласится, даже, так сказать, я на 90% уверен, что Александр не согласится. Хотя бы я забатлил бы состав, конечно. Как бы, тем более у нас, помните же, был там что-то, они пытались показать, когда я батлил с Гарри Топором, что, что типа он там что-то это хочет сделать. В итоге, ну, он же после батла подошел ко мне, я ему говорю, ну давай забатлим. Он говорит, я подумаю. И ушел, как бы. До сих пор я вот жду, пока он подумает. Вот. Ну как бы, почему тогда надо было все это устраивать тогда на батле? Хуй знает. Здорово, Санек. Ты бы убил, если ему это не надо. Я тоже так думаю, братан. Как бы, ну, то есть он там на батле пытается сделать вид, что он как бы готов отстоять свою батловую честь, но он не хочет этого, он не хочет батлить со мной. Спьем за батли. Да, честно говоря, я даже думал побатлить спьем, но что-то он не тянет, ёпта. Вот честно, я бы даже, может быть, ему шанс бы дал бы, но, бля, он просто сам как бы не тянет. Какой-то хуйней занимается. Ну, как бы, я к нему со всем уважением, но, как бы, слушай, но если мои друзья, например, ну, я не говорю, что мой друг, но вот просто, например, что если мои друзья занимаются какой-то хуйней, я им доску брал, я говорю, хуйней занимаешься, понимаешь? Вот, но PM не то делает, короче. СТ Гандон Спартак. Да, да я, как братан, вообще, ну... Ну, он с Оксимироном батлил, многие кричат, что СТ там, типа, крутой, но с Гарри Топором батлил. А один из следователей, который вот дело там ведет, он мне говорил, что ему нравится СТ как батлить. Братан, клипчик, короче, братули, походу, что-то как-то в такси сделал, и будем переснимать с другим чуваком, понимаешь? Вот. Поэтому в июле будем переснимать. Если будешь в Москве, как бы буду очень рад тебя видеть. А тут что-то хуй знает, он схалтурил. Что с птах идет? Да ничего с ним не делать, он сам себя уже убивает, не? Что у него там осталось? Куда он? Спокойной ночи, малыши, да, там ходят всякие. Да, с удовольствием бы, кстати, с топором бы записался. Просто у нас как-то трек не так, ну, не могу подобрать еще пока. Подходящий. Братан, это был перезапуск ВКонтакте, и как бы теперь там все заработало, и... Там, по-моему, только на прочность, может, еще дня два не поработает, а так все, все заработало. Лев против, ну как к нему можно относиться? Мудак, как еще можно к нему относиться? Не знаю, брат, как с судом разберусь, тогда я в Барс, наверное, поеду. Да что-то звали на шоу, но что-то нет, да пойми, мне тогда заебись заплатили как бы первый раз, хотя я их и просил, чтобы как бы птахи не было, а в итоге они меня все равно пригласили, вот, но мне взгрели очень много лавы, и как бы если такое же предложение будет опять, я как бы всегда за. Бэд Барс, что это такое? Не знаю, что это такое. Я, братан, ни на одном независимом не был, как бы, и хуй знает, не собираюсь. Об этом не могу говорить. Не, с Младой, с Корнеем Тарасовым не знаком. Ну, как бы мы виделись один раз, но мы даже там пообщаться не успели. Привет.
А батлишь только шутками. Ну, вроде вертится и так батлит только шутками, не? Я не знаю, что за нечипоринка. Я как бы никакого дезреспекта, я хуй знает, о чем ты говоришь, брат. Кошонок этот, блядь, Тараски. Да ну, знаешь, джедай не без греха, да? Я-то вообще не люблю пить. Не слышал нового релиза Рики Ф. Но у него такой музон, как бы, ну, не совсем такой, который я люблю. Но у нее отличный вкус, брата. Не, нахуй 30. Да лучше быть. Да не нужен мне этот хайп, бля, ебан. Я музон делал, брат. Понимаешь? Да все отлично, брат. Что там, кто альбом не купил, покупайте срочно, поддержите артиста. И следующий альбом вы получите в сентябре тогда. А, брат, все, я понял. О чем ты говоришь? Да, я туплю на туристский заработок. Да, 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 уже затупил, все, все, пристыдили. Знаю, с 90-х, Biggie Smalls. Stick Fingers заебись тоже, да? Любимый сорт. А, Painkiller. Гнойный да полный еблан. Палмдропом, да вышел. Да не, нормальный чувак вроде как бы, но ничего вообще. Ну. Да я как бы, понимаете, что против кого-то выйти, надо хорошо знать его творчество и как бы его там жизненный путь, я хуй знает. Ну, как бы я не настолько знаю этих новых рэперов, но никакого дисреспекта, чтобы. Ну вот, я не знаю, мне предложили там тоже на версии батлить. Я как начал смотреть и просто подумал, блять. Ну тот же PM, у него же там столько этих батлов. Я как начал смотреть, думаю, да ну нахуй. Я включил пару, посмотрел, скучно, и думал, не, я не готов так готовиться. Да, Q-Tip нравится. Мы Tribe Called Quest очень большими, все альбомы были. Что там что-то обложки перерисовывал на стену. Ну, похоронил тоже нормальный тип. У них там завтра на его лиге батл будет. Я там, вероятно, буду судить. Да, я тоже думаю, батл с СТ был бы норм. Но, как бы, хуй знает. Думаю, СТ не согласится, как бы. Да и я не особо, как бы. Ну, можно. Ну, не то, что я прям пиздец. Драг нормальный чувак, да. Ну, как бы, я не стал бы с ним батлить. Где биты берешь? Теперь только США покупаешь, пизду. А, Слима видел недавно. Кого еще там? Суплин грубо общаюсь. Все. Да грубый нормальный, ленится что-то. Что-то не делает музон, нихуя, ленивый, валяется дома. Засылает треки, он что-то, да, да. Ну, кто с Яновичем посрался? Замай бы с кем угодно бы согласился батлить. Да нет, нахуй кому он нужен. Очень сильно батлит. Ну видите, как у вас расходится. Кто-то говорит не батлер, кто-то говорит шанс с ним, кто-то говорит что не батлер. Поэтому и надо забатлить. И как бы решить все правильно.
Вот и напиши, братан, если он Сидни Батлер, что тогда он этот? Чего он боится? Ладно бы нормал. Он что там, по-моему, трек что-то вышел, да? На днях. Да, Матвеевке, привет. Все, короче, походу, я буду отключаться.